Наша группа называется «Санга». С древнеиндийского «Санга» — это «Сангхья» — община вольных поэтов. По преданию, первой «Сангой» руководил в Индии сам бог Шива. Вторая «Санга» погибла в водах в городе Кападипурам, а третья «Санга» погибла в городе Панду, также от разбушевавшихся вод. Не знаю, что ждет нашу «Сангу», но во всяком случае пока играем. Группа собралась, наверное, года два назад, и все это начиналось в общежитии. Вообще было очень замечательно. Мы играли на крышах, на акустических гитарах, как-то собирались. Было очень много интересных людей. Ну, а потом решили просто собраться и что-то поиграть вместе. И пошло, в принципе, наше творчество. Сначала мы начинали в Кубышке, это вот на Тулака. Затем мы долго искали базу, наконец-то ее нашли в торгово-экономическом колледже. Нас приютили, обогрели, обули, одели и так далее и тому подобное. За что спасибо директору Чайковскому Владимиру Аркадьевичу. Ему отдельно за это спасибо. Вот. Первоначально это были два у нас, так скажем, человека, которые начали заниматься музыкой. Это Игорь Сиренко, наш солист, который пишет песни, тексты. Музыку, в принципе, мы работаем, каждый музыкант пишет себе партию, аранжировки. Все это делаем мы самостоятельно. Вот. Ну и еще Александр Чупрын. Вот они два друга, два одноклассника, которые начали заниматься, в принципе, творчеством. Затем появился Ефим Токарев. Потом в группу пришел Денис. Его, кстати, пригласили как флейтиста, но, как потом позже выяснилось, он умеет играть и на басу, поэтому стал играть на басу, на бас-гитаре. У нас единственный автор, собственно, музыки и текстов. Это наш солист Игорь. Он приносит буквально те же какие-то гитарные аккорды, несколько, какую-то мелодию, которую он может пропеть голосом. А, собственно, конечный продукт рождается буквально при участии каждого. На репетициях довольно интересен сам процесс создания вещи, когда, казалось бы, ни из чего рождается вещь, потому что у нас именно ни из чего, именно из какой-то импровизации, именно из дураковаляния вдруг протекает какая-то всеобщая целостная картинка, когда подключается сначала один, потом другой, потом все вместе. Импровизация, импровизация, еще раз импровизация. И в итоге получается какая-то энергетика, которая довольно часто даже выходит из-под контроля своих создателей. Эта энергетика выше нас. Солнце вокруг меня, ходит вокруг меня. Очередь подходит моя. Я шлялся по спинам полей, сидел у придорожных камней. Обычай приказал убивать и двинул меня с места опять. В Индии существует представление, что ли, о музыке такое. Вот их так называемая рага, которую они исполняют, она существует как бы объективно, она существует где-то там. А музыканты, собравшись вместе, просто включаются в нее, как в речной поток, и текут вместе с ним, а потом выключаются с тем, когда они кладут свои инструменты. Вот, в принципе, у нас такая же идея. Так же и сочиняется наша музыка. Мы просто собираемся и начинаем играть вместе. Это
очень похоже на то, что, наверное, происходит у индусов. Рага. Вот именно в такой манере, в таком ключе мы пытаемся писать свою музыку. Мне нравится работать в этой группе, потому что в творчестве мы затрагиваем ранее неизведанные музыкальные пласты. Советские рок-группы 70-80-х годов рассматривали в основном социальную проблематику, что ярко отражалось в текстах. Слушая их, человек ясно воспринимал только знаковые системы, поэтому понимание текста было буквальным. Группа Санга в своих текстах рассматривает символическое мироощущение, а символ тем отличается от знака, что его понимает каждый по-своему. Мне интересно играть в этой группе не просто потому, что это что-то там великое или что-то сногсшибательное. Это собрание санга, людей, у которых есть о чем сказать и есть как сказать. Мне нравится красивая гитарная музыка, которую играет тот же Марк Нофлер или Карлос Сантана. Что-то в этом роде. Ну и, соответственно, я пытаюсь как-то относительно нашей группы переносить какие-то идеи, там, ходы, я не знаю. Но, может быть, уловить какое-то настроение, которое, я считаю, в принципе, для нашей музыки подходит. Почему лично я пришелся в эту группу? Во-первых, я, наверное, с раннего детства, еще с малых лет хотел играть, действительно играть, продолжать работать. Ну, в принципе, жизнь музыканта, она тяжелая жизнь, и работать приходится довольно-таки серьезно и очень много. Вот. Мне пришлось по душе вся идейная структура нашей музыки. Ты можешь не поверить мне, ты можешь не поверить себе. Никаких далеких перспектив, конечно, сейчас еще не ясно, но одно понятно, то, что подобного в Волгограде я еще не слышал. Может быть, кто-то и опровергнет мои слова, но я лично не слышал. Это довольно интересно. Хотя мне сложно судить о том, что видно снаружи. То, что внутри, завораживает и делает тебя чем-то больше, чем ты был до того. Возможно, кто-то скажет, как вот насчет понимания этих текстов? Наши тексты трудны для понимания, но, наверное, это и не важно, потому что и текст, и музыка, все вместе, оно как бы такое своеобразное покрывало. Индийский наряд, он должен человека окутать, накрыть и увести куда-то, а вот куда, это зависит от того, что находится внутри самого человека, потому что вообще санга, как идея, это движение по кругу. Это ввинчивание, круговое ввинчивание вверх. Если говорить о идее группы, потому что группа без идеи просто не имеет смысла, то, наверное, это все-таки какое-то приближение к созерцанию. Не просто даже к созерцанию, а к динамическому созерцанию. Да вообще, я всегда считал, что любой рок-концерт — это, по сути дела, настоящий шаманский сеанс, когда собирается много людей и создается какое-то особенное поле. И нам хочется надеяться, что наша музыка, ну, как раз и есть тот самый лебедь, на котором шаман летал в какие-то запредельные миры.
Сейчас у нас уже готов альбом, мы пока записали всего две песни, но потом в ближайшее время планируем записать весь альбом, который хотим выпустить на компакт-диске. Кроме того, мы на этом не остановились, у нас возникли планы. Кстати, возникло тоже на одной из репетиций довольно-таки спонтанно. Мы решили создать что-то массовое, более зрелищное, чтобы каждый человек мог прийти где-то отдохнуть, посидеть, послушать музыку. Образовался Волгоградский городской рок-клуб, как общественная организация. Многие нас поддержали, это многие группы, это и Вино из одуванчиков, и Айленд. В нашем рок-клубе будут проводиться конкурсы, фестивали среди молодых, довольно-таки неизвестных музыкантов, которые, я думаю, тоже с радостью захотят выступить, показать себя, показать свое творчество, что они именно, к чему они стремятся, что они хотят достичь. Все это будет проходить в торгово-экономическом колледже, в актовом зале. Сейчас там производится ремонт. Сейчас мы работаем над тем, чтобы закупить хорошую аппаратуру. Вот. Кстати, спонсорами, возможно, выступит областной городской комитет по делам молодежи. Вот. Так что каждый, кто желающий, может к нам обращаться, вот, и сотрудничать с нами.